Большую часть правонарушителей составили выходцы из стран Центральной и Средней Азии, въехавшие в пограничную зону с целью поиска работы, либо уже трудившиеся в приграничных поселках. Все они привлечены к административной ответственности по статье «Нарушение правил пограничного режима». Всего за прошлый год в пограничной зоне выявили порядка 2500 нарушителей. Это вдвое больше, чем в предыдущем году. Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю напоминает жителям и гостям Сочи, что большая часть территории между реками Мзымта и Псо слева от участка автомобильной дороги М-27 Сочи-Сухум является пограничной зоной. В нее входит часть Нижнешиловского сельского округа Адлерского района, включая населенные пункты Верхневеселая, Нижняя Шиловка, Черешня, Ермоловка, Аибга. Кроме этого, южный склон хребта Аибга в районе поселка Эстосадок ниже оборудованных горнолыжных спусков известных курортов также является пограничной зоной. Таким образом, для пребывания там в пределах 5-километровой полосы от российско-абхазской границы наличие пропуска строго обязательно. За его отсутствие правонарушителям грозит административное выдворение и штраф.